Казахстан вплотную подошел к самому волнительному моменту – началу Экспо-2017. И одна из главных задач – обеспечение безопасности. Об этом Нурсултан Назарбаев заявил сегодня на совещании по вопросам проведения международной выставки. Президент отметил и большой объем работ, выполненный в рамках подготовки предстоящего мероприятия. Осталось мало дней до открытия. Мы хорошо подготовились. Сегодня мы еще раз вместе с представителями нацкомпании «Астана Экспо» подробно обсудим детали проведения выставки. Первый вопрос – обеспечение безопасности. И компания, и правоохранительные органы провели большую работу. Но мы должны быть уверены на 100% в том, что все будет безопасно. Кроме того, Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что во время проведения выставки важно обеспечить высокий уровень безопасности гостей и казахстанцев не только в Астане, но и во всех регионах. Каждый руководитель несет за это персональную ответственность. По итогам совещания глава государства дал ряд конкретных поручений. Подготовка прошла, мы вплотную подошли к открытию, приезду гостей и проведению самого мероприятия, большого прием большого количества гостей в городе и на Экспо. Сегодня объявлено, что 1 200 000 билетов уже продано. Для посещения это больше, чем ожидалось. То есть скопление будет очень большое, и ответственность на всех на вас ложится персональная.